вот 11 этаж, вот угловой балкон последний, сиреневого цвета, вот это угловой балкон, дальше вправо еще одна комната, еще балкончик, еще комната. Свою новую четырехкомнатную квартиру большая дружная семья Юлии Коваленко планировала въехать к новому 2019 году. Но оба многоквартирника-близнеца все еще зияют пустыми окнами кое-где. Срок сдачи снова отложили, и мечта о красивом доме, как с картинки, который мы обещали, ближе не становится. Цвет фасада уже изменили. Смотрим. Кирпич проглядывается сквозь покрашенное. Обещали, что в самом начале обещали вообще чистовую отделку. А сейчас черновая. Заходили мы в дома, пытались как прорваться. В некоторых, по крайней мере, в нашей квартире двери балконные не закрываются. Горы советского района. Ну, по полу царапают, по полу. На недоделки жалуются многие жильцы, хотя квартиры свои видели еще далеко не все. Те, кто пробрался в жилье, делятся впечатлениями с остальными. На встречу с застройщиками люди задают конкретные вопросы. У нас только вопрос вот всех касающийся по остеклению и по окнам. Кто, когда и все это, в какие сроки при сдаче, ну то есть кто принимать будет, я не знаю, в таком качестве, да? Когда вы будете это исправлять? Давайте вопрос еще раз. Есть проект, согласно проектное решение, построен дом. Да. Замдиректора компании застройщика объясняет срывы сроков универсиады. И строителям не разрешили вывести с объекта подъемные краны. Сроки сдвигались по каким-то объективным причинам. Когда универсиада у нас была связана со стишьем, месяц простой, потом по инженерным соединениям технологическим были проблемы, только отрегулировались. Ну и какие-то там вопросы строительного основания. Сегодня все вопросы решены и планируем в октябре ввести в эксплуатацию. Точная дата есть уже? Ну, точно, дата, планируем 25 числа, но тут всегда какие-то причины, чтобы вдруг не возникло. Строители уверяют, на объекте работают 50 человек, и они должны закончить до конца октября. Заселять 12-этажки-близнецы планируют по очереди. Сначала одну, потом другую. Недоделки тоже обещают устранить при передаче жилья собственникам. А пока будущих новоселов позвали на экскурсию. Клавдия Стельмахович, Эдуард Баглай, Афонтово. Новости.